Здравствуйте, уважаемые зрители, болельщики, любители футбола. Мы начинаем наш репортаж со стадиона «Нова Арена», где через несколько минут стартует заключительный 26-й тур фонбет первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ «Зона Запад». 88-й – Роман Харченков. 69-й – Павел Рибаконь. 77-й – Максим Склеров. Но пока момент опасный, атака и сразу же гол на первой же минуте встречи. Открывает счет Дмитрий Суконкин, номер 78. Первая атака, первый удар, первый гол в сегодняшнем матче. Отличное начало для динамовцев. И действительно, тут ничего не успеть было сделать, уж тем более ознакомиться с составами команд. Все произошло молниеносно. Вот вы видите сейчас эту атаку. И какие шансы были у вратаря? Ну, наверное, какие-то были. И продолжаем смотреть. Что-то еще обязательно будет. А вот ответ торпедой можно здесь забивать. Тоже скидка, но не точна. Она, тем не менее, не удается вынести мяч. Удар состоялся и залетает он в ворота. Вот так вот весело и задорно начинается сегодняшнее противостояние. Осталось только понять, кто в этой куче мале протолкнул мяч в сетку. Подкрадывается мяч к штрафной площадке. Ну вот, также крадучись от нее... Убежал, это Агапцев. А вот это навес, а это удар в ближнюю девятку и не удается подключившемуся вперед Илье Зинину. А вот атака динамовцев, отсюда пробить, а это пенальти или симуляция? Вот так вот, Рибаконь получает желтую за симуляцию. Впереди один острый форвард, это... Агапцев, я думаю, вы тоже уже с этим разобрались. А пока посмотрим, разберется ли с голкипером футболист у торпеда. На дальнюю штангу мяч пошел. Балаганский играет великолепно. Девятый номер. Александр Заикин, автор гола у торпеда. Сказал я в первом тайме, что восьмой Сергей Дрягин забил. Но нет, пересмотрели мы этот эпизод. Сергей Дрягин с Уконкиным. На предмет отскока, быстрой контратаки. Навес на дальнюю. И снова хорошо играет. Могут принять участие в противостоянии. Хорошая атака, прекрасный проникающий пас. И отсюда можно было пробить, да долетит только мяч до кого-нибудь. А вот отсюда, нет, хитрый тоже пас. Какой разворот, удар поворотом великолепно действует. Просто-таки мяч в центральной зоне, Заикин. Удар поворотом! И надежно и спокойно играет Леонид Балаганский. Удар с угла поля динамовской команды. Навес на дальний. Удар поворотом, должен был быть гол. Ух, как сопернику, ну, разумеется, хотел перевести мяч на противоположный фланг, но немного ошибся. Зато Иванов с мячом, удар поворотом. Великолепный выстрел в сезоне. Свой третий мяч, конечно же. Удар поворотом, и это гол! Александр Иванов! А мы помним, совсем недавно почти такой же гол, почти с такой же самой позиции забил Александр Иванов. Пристрелялся, что называется, поработал на тренировках. И теперь бойся, враг. Дрожи и трепещи. Александр Иванов выводит «Динамо» вперед. Да-да-да-да. Это Ремезов. Ремезов стремляется вперед. Иванов открывается на дальней штанге. Ремезов, великолепный дриблинг. Удар нужен. Ну-ка, ну-ка, где же ты? И на подмоге никого нету. Стянул всех Ремезов, своих партнеров уже. Это туда сместился Маликов, по-моему, да? С правого фланга атаки вот такие перестановки произошли. Нет, Маликов здесь, штрафной. Ошибся я немного. Но это уже и не важно, потому как звучит финальный свисток. 2-1, «Динамо», 2, «СПБ» побеждает в последнем матче сезона.